Журналист и биолог Полина Лосева написала книгу на одну из самых популярных тем, которая касается буквально каждого из нас. Вечная жизнь, долголетие, бесконечная молодость. Нам всем хотелось бы получить ответ на вопрос, возможны ли они. Ученые-скептики считают, что это миф. Их оппоненты, что это вопрос ближайших десятилетий или даже лет. Но материалы этой книги охватывают гораздо более широкий круг вопросов. Почему вообще стареет человек? Как именно стареет тело? И что это, процесс деградации или все-таки адаптации? Как можно притормозить процессы старения и продлить годы полноценной и здоровой жизни? Действительно ли вирус, несущий ген теломеразы, который вела себя американка Элизабет Пэриш, позволит ей запустить биологические механизмы вспять, а в перспективе с его помощью можно будет победить Альцгеймер и атеросклероз? В чем секрет голого землекопа и тихоходки? Пророк или лавкач Обриди Грей с его теорией замены барахлящих запчастей в организме? Что мы можем, а чего мы не можем достигнуть в вопросе продления жизни и обретения этой желанной вечной молодости? Учитывая, какое количество спекуляций, антинаучной информации и коммерческого интереса сопутствуют этой теме, взвешенный анализ теории и подходов позволяет разобраться в вопросе и на самом деле внушает надежду. Даже если что-то предопределено и биологически детерминировано, это не значит, что мы обречены на старость и совершенно беспомощны.